We may sit in our library and yet be in all quarters of the earth. Мы можем находиться в нашей библиотеке и одновременно во всех уголках Земли. Джон Лебок. Эту фразу можно применить, пожалуй, к любой библиотеке мира, но к Центру межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки в особенности. Здесь я работаю уже почти 3 года с любовью, ответственностью и желанием быть полезной. Среди проектов в моей копилке один из самых краеведчески значимых – платформа Discover Челябинск, состоящая из виртуальных туров на английском языке по достопримечательностям Челябинска. Мы рассказываем о Челябинске всему миру и помогаем иностранным гостям. А еще проект понравился самим челябинцам, так как помог необычным способом заново открыть для себя город. Мой большой просветительский проект – сеть языковых клубов. Жители области совершенно бесплатно могут изучать иностранные языки – турецкий, французский и японский с нуля, а английский – на среднем уровне и выше. Самый успешный семейный проект в этом году – летний клуб «Китайский всей семьей» для детей с 6 до 12 лет и их родителей. Вместе с востоковедом семьи в легком формате через множество интерактивных игр и заданий учили китайский. Было классно. Классно, увлекательно и познавательно. Также я стала волонтером проекта «Игры нашего двора», развиваемого при поддержке гранта губернатора Челябинской области. Мы обучали детей и подростков незаслуженно забытым дворовым играм 20 века. Проект полюбился всем. Мой лучший книжный проект – это Book Face Friday, международная акция в поддержку бумажной книги. В ней мы участвуем вместе с коллегами и читателями. Я ценю читателей, партнеров и волонтеров, ценю их мнение, ведь без них ничего бы не получилось. Так что передаю им слово. Мероприятие очень успешное именно благодаря участию Веры. Она делает всю самую важную работу за кадром. Она пишет посты, составляет афишу, общается с участниками клуба и в целом поддерживает интерес к клубному движению. Она большая молодец, и я очень рада, что мы вместе с ней сотрудничаем. Английский клуб в публичной библиотеке мне так нравится, потому что каждую неделю у меня есть возможность встречаться с новыми людьми. Я узнаю, как русские люди думают, как они обычно живут. Вместе с Верой мы развиваем онлайн-рубрики Language of the Music и Book Face Friday, а также активно участвуем в тотальном диктанте и Библионочь. Мне кажется, что Вера очень открытый новому человек, потому что как только вот возникла такая идея создания летнего семейного клуба с проведением уроков по китайскому языку, просто с полным энтузиазмом она погрузилась в эту идею и помогла провести такое невероятное событие. Спасибо за добрые слова. Я очень люблю работать в библиотеке. А еще скажу, что рада участию в конкурсе «Библиотекарь года». Из-за возможности поделиться кусочком своего опыта, рассказать о своих достижениях и увидеть, как много важного, интересного, грандиозного делают библиотекари по всей стране, что библиотекарь – это проводник знаний и культуры, что мы все стараемся быть лучшими библиотекарями для своих читателей. Привет из Челябинска, дорогие коллеги! Желаю успехов в конкурсе и в работе!